ФОК школы номер 70 Владивостока готовится к открытию. Объект обеспечит детям возможность заниматься спортом круглый год. Никаких нареканий к строителям нет, объект полностью готов. Сейчас ведется проработка расписания для школьников, а также переговоры со спортивными федерациями, чтобы ребята могли заниматься здесь в различных секциях. 100% готовность самого объекта, она достигнута. Объект возведен, подключен ко всем необходимым коммуникациям. Мы готовы к тому, чтобы дети зашли в эти спортивные залы и начали тренировочный процесс или учебный процесс, если мы говорим о уроках физкультуры в школе. Полноценное тренировочное пространство с хорошими душевыми, туалетами, залом ожидания, все, что необходимо. И родители могут прийти и подождать детей, пока идет тренировочный процесс. Есть комфортная территория для того, чтобы и тренироваться, и подготавливаться к тренировке. Конечно, имеет смысл заняться уже точечным благоустройством прилегающей территории к ФОКу, но это уже в теплое время года, поэтому создадим то озеленение, которое необходимо. Мы полностью готовы. Напомним, ФОКи построены на территории трех школ номер 56, номер 70 и номер 78. Проекты ФОКов в школах 56 и 70 реализуются по инициативе полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и под руководством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чукункова. Средства на возведение спортивного объекта возле школы номер 78 были выделены Министерством спорта России.